На два этажа каждый день вырастают эти новостройки. Микрорайон на Сухово-Дерябинском пустыре с прошлого года романтично называется «Рождественский». В нем 6 17-этажных и 1 12-этажный дом. Общее количество квартир более 2000. Подрядчики рассказывают, крупнопанельное железобетонное строительство очень удобно. Дом можно построить за год. Метраж квартир как бы полностью подходит под расселение аварийного жилья, под решение всех социальных проблем, которые на сегодняшний день присутствуют у нас как в городе, так и вообще, в принципе, по региону и по стране. То есть однокомнатные квартиры от 40 метров, двухкомнатные 60 квадратных метров, трехкомнатные до 81-85 метров. Строительство этих домов очень важно для областного центра. Около 130 квартир в доме 5,6 будут выделены для семей, расселенных из аварийного жилья. Отдаленность от центра не смущает будущих жильцов. Большинство квартир, выставленных на продажу еще в недостроенном доме, уже куплены. Здесь будет построен два больших детских садика, поликлиника. И также будет проведена большая работа по строительству практически новой школы. Это школа-пристройка, 44-я гимназия, отдельный спортивный зал, актовый зал, помещение для начальной школы. То есть этот район даст возможность городу развиваться. Первые новоселы заедут в просторные квартиры уже в этом году. 65 из них будут переселены из аварийного жилья. Глава администрации города после осмотра стройки дал указание проработать вопрос транспортной доступности для жителей Рождественского. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.